максимальный кайф прочувствовать, войти во вкус и потом еще много-много раз принимать участие в соревнованиях. Стимул показать лучший результат. Самое главное, атмосфера классная, народу круто, много, свои знакомые. Я сегодня проплыву за 15 минут 18 секунд. Уверенно держаться в хвосте и придерживаться этой тактики. Добрый вечер. Здравствуйте. Если мы не выиграем, мы не виноваты. Я забыла купальник. Нас засекли. А это как вам МРС, а как она называется? В рестлинге, там можно вот так вы вот по камере. Падать на стол. Да. Тащи столы. Да. А вот так. Да, надо, короче, как король лев. Булочку за хлебом, что ли, да? Остался хлеб какой-то. Есть еще тепленький, да. Смотри, булочный за хлебом. Надо как король лев. Талоны не забыли? Еще скажем, еще там не все сказали. Еще всем привет. Запомнили? Да. Даже если маятник поворот, если сальто поворот, любой, или не достали до поворота, рука не может, квалифицировали. Смотрите, вы здесь отмечаете, ребята еще там у себя тоже отмечают, что вы сегодня будете объединить. А все равно же очень потери времени, да нет? Да, нет, потому что и здесь ребята стоят, и здесь стоят. Здесь мы выдаем стартовые чипы, а также стартовые пакеты для участников соревнования. А что вы запомните? Я запомняю анкету, что я добровольно... Не анкету, точнее, а расписку, что я добровольно согласен сегодня проплыть лучший свой километр в жизни, вот, на лучших соревнованиях этого года. Настрой из 10 выплыть, но у меня немножко не тот уровень, но все равно хочу побить свой личник обязательно сегодня. А личник какой? У меня личник 19.40 был до этого. Да. Да, из 20, соответственно, тренировались. На этой воде это мой родной бассейн, да, мы здесь занимаемся с Алисой. Да, это тренер Silver Swim. Отличная группа, самая классная, которая есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из какой команды? Я из команды Silver Swim. Вы наши. Да, я плыву индивидуально, 1000 метров. Это моя первая курсовка. И я буду стараться показать свой лучший результат, потому что свой предыдущий результат я не помню. Страшно? Нет, волнительно. Волнуйтесь, потому что первое или потому что хотите хороший результат? Или то и другое? Потому что все соревнования, которые проходят, они в любой ситуации вызывают массу эмоций, выброс эндорфинов, адреналина и всего остального. Вы в шапочке будете плыть или как вас узнать в купальнике? Я буду плыть в самые красивые шапочки, красные, на которые написано Silver Swim. Успех вам. А за сколько хотите проплыть? Посмотрим, как Бог даст. Супер, спасибо. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы очень красиво выглядите. Вы за кого-то болеете или участвуете? Спасибо, да, болею. А вы плаваете тоже, да? Плаваю, на да. Открытой да, открытая вода и мастерс. А километр вы плаваете из двадцатки? Да, 19-20. Какие планы на заплыв? Ну, не опозориться хотя бы. А что значит не опозориться? Ну, из 19, я надеюсь, выплатить, из 18 не рассчитываю. Все.
А если такая за 17 рамочка. Не будете? За 17 не выплыву. Если выплыву, но напьюсь. Раздевалки налево. Раздевалки налево, получается, здесь. Кстати, оператор, если мы не выиграем, мы не виноваты. Оператор регистрировался? Конечно. Почему вы спускаетесь вниз, а не поднимаетесь наверх? Я забыла купальник. Вы так волновались или торопились? Я и до сих пор нервничаю. Но новый купальник обычно, знаете, придает плюс 10 к уверенности и технике. Класс, вот я на это буду рассчитывать. Что ты пожелаешь тем, кто сегодня первый раз и потом будет тоже первый раз? Я хочу пожелать всем участникам получить удовольствие от сегодняшних соревнований. Тем, кто участвует первый раз, не волноваться, постараться получить максимальный кайф, прочувствовать, войти во вкус и потом еще много-много раз принимать участие в соревнованиях. А какой твой лучший результат на 1000 метров? 16:40 мой лучший результат. Тогда ты знаешь, о чем говоришь. Дом. Приходится чаще дышать. Да. Какие у вас планы на заплыв? И скольки? Ну, я планирую уверенно держаться в хвосте и придерживаться этой тактики. Подсесть кому-нибудь, да? Так? Да, да, да. И двадцатки возьмете? Ну, по-любому, конечно. А лучший результат? Лучший результат из 18 выплыл. Здравствуйте, я сегодня участник, я буду плыть 1000 метров, вот, непривычное для меня амплуа, в общем, обычно мы проводим курсовки, а тут заставили меня плыть. Я сегодня проплыву за 15 минут 18 секунд. Есть ли соперники у вас сегодня какие-то? Есть. Михаил есть соперник, Илья, молодые достаточно ребята, не опытные, но молодые. Вот, а я опытный, но не молодой, поэтому будем биться на равных. Первый, Сергей Великов Даниил. Второй.
мне как организатору можно плыть на 100 метров меньше. Вот. На самом деле шикарная атмосфера, соревнования, ребята все довольны. Это только первый заплыв, я не знаю, что будет на четвертом, особенно где будет эстафета. Страсти будут накаляться до предела. Ты был уверен? По ощущениям как? О, как обычно, первая сотня отлично, но, как и во всех делах, нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Мы когда с тобой ролик записывали, я первый раз за 5 месяцев в бассейн сходил. Такое, наверное, нельзя говорить. А какое время сказал? 13 с чем-то было, наверное, из 14, ну вот как планировал. Здравствуйте. Как ваш успех? Ой, сил нету. Вы первый приплыли? Нет. Вас кто-то обогнал? Я уже думаю, Данила вылез из воды и давно отдыхает. А, точно. Какое у вас время? 14.5. Собираешь больше, как бы, у всех спортсменов. Здравствуйте. О, сразу набежали. Здравствуйте. Я плыл и доплыл. А, чуть не обчитался там. Думал еще километра два. Да не лучше четвертом всю дистанцию. На последней сотне ускорился, вырвал промежуточную бронзу. Серьезно? Я никого не видел. Илюху только смотрел, чтобы закончить вовремя. Спасибо. Когда последний раз ты участвовал в подобном? Ну, не считая лето. А, летом, да, участвовал на пятерке. Но это не считай. Но я там тренировался больше, чем сейчас. Вот с того момента, с лета, с августа, я поплавал, когда видео записывал, и еще раза два. А вот. Какое у тебя время? Не знаю еще, не смотрел. Что-то 13.52 или 14.52, да. То есть ты говорил 15.18, да? Не, наверное, 13.52. А может 14. Я по часам смотрел, что я потом побыстрее поплыл. Где-то там по 25 секунд на сотню. А чем дальше займешься в жизни? А, в общем, да, понял, что надо тренироваться. Вот. Но буду ли я тренироваться, это зависит от меня. Ha ha ha!
не в ударе. Время 17:47. Короче, сдал на минуту с прошлого раза. Но, тем не менее. А было сколько? 16:50. Ну, новое место. Да, да, да. Ну, немножко, да. Прошло. Был небольшой стресс, да, как зимой полагается. Медведи набирают жирок. Ну ничего, весной опять будет стимул показать лучший результат. Самое главное, атмосфера классная, народу круто, много, свои знакомые. Поэтому праздник самое главное, спортивный удался. Всем легкой воды, всем привет. Спасибо за ваш вопрос. Мероприятие шикарное. 250 участников. Мы просто закрыли полный солд-аут. И я очень рад, что люди, несмотря на то, что неделя до Нового года остается, собрались и приехали в акваторию ЗИЛ, чтобы выступить на соревнованиях Silverstream Cup и Aquacer. Поэтому, друзья, спасибо вам. Сколько лет уже? Нет, почему? Полгода. Сколько лет ты уже тренируешься и плаваешь, чтобы волноваться? Полгода. Сколько выплывешь? 20, да? Я не знаю, я боюсь, знаешь, я же проплыла на... Только не снимаю. Все, что скрыто, это открытое.
также передать привет маме, папе и тренеру Григорию. Я плыву в третьем заплыве. Здравствуйте. Да, и эстафет. Дорогие участники первого. Пойду, как обычно, да? Пойду купальник, что ли, надену? А размяться? На первых трех сотнях. Ваша техника стала лучше после последней курсовки? Конечно, ну я надеюсь. Сейчас посмотрим на результат. Наладили ли вы захват? Я же хожу к Илье на сухое плавание, теперь у меня захват, все отлично. За сколько планируете выплыть? Ну, планирую выплыть из 22 минут. Ну, из двух. Давай с 20. Нет, это слишком. Как у вас настроение? Отлично. Какое лучшее время? 22 минуты. Сегодня по плану сколько? Не знаю. Ну, на пробных немножко выплывало из 23 минут. Ну, не знаю, как вот получится здесь. Вы волнуетесь? Конечно. Есть, да? Это ну, первый старт у вас? На 1000 метров первый, а так я участвую как бы на 50 метрах. Хорошие дистанции получаются. Да.
Надо подкачаться, надо подкачаться.